Итак, всем снова привет, друзья. Сегодня с вами, как всегда, я, Италия Про. Я все-таки создал, ну, сейчас еще нет, но для вас я уже создал плейлист под названием «Открытие ящика Бравл Старс». Итак, сейчас мы открываем кучу сладеньких кейсов. Ну, еще монетки собираем, гемы и так далее и тому подобное. Итак, давайте сначала посмотрим наши шансы на разных бойцов. Давайте вот здесь, например, посмотрим. Значит, эпический боец 0 и 6, округляем большую сторону, мифический боец 0 и 3, большую сторону, легендарный боец 0,09, звездная сила 1%, гаджет 2%. И что ж, друзья, давайте же начнем наше открытие. Первый ящик, поехали. А итак, здесь ничего. Второй ящик. Кто это? Эдгар! Yes! Yes! У нас Эдгар. Что ж, дальше. Ну, я думаю, нам уже больше ничего не выпадет. Так, посмотрим. Кристаллы, большой ящичек. Ничего нет, никого нет. Маленький ящичек посмотрим. И здесь опять ничего. Следующий большой ящик у нас на очереди. Что-то есть. Ага. Это гаджет на Тика. Так. 50 монет, большой ящик. Что здесь у нас? Здесь у нас ничего. Большой, точнее, мега-ящик. И 6 предметов. Что-то должно быть. И звездная сила на Була. А я-то думал, боец. Ну, конечно, размечтался. И последний ящик на сегодня. Это вот такой вот большой ящик. Так, посмотрим, что здесь. Ничего. Так, а сейчас я хочу посмотреть, что у нас есть в Бравл Пассе. Маленький ящик. Давайте купим в магазине за 30 гемов вот такой вот большой ящик. Ну-ка, что нам из него выпадет? Ничего, зря потратил гемы, хах. И за 1500 нам не хватает на мегаящик. Что ж, друзья, вот такие вот дела. Нам выпал Эдгарчик. Вот это супер! Что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте колокольчики за нового бойца. Ну, а с вами был, как всегда, я, Егор Италия Про. И сегодня у нас было снова открытие ящиков. И да, я сейчас буду копить весь Бравл Пасс, чтобы его потом открыть. Нет, серьезно, я накоплю весь Бравл Пасс, возможно, даже куплю его. Ну, в смысле, сам Бравл Пасс. Вот этот вот премиальный. Итак, что ж, всем пока-пока.